Ключевой критерий – улучшение жизни ульяновцев. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатор Ульяновской области Алексей Русских. 8 апреля Сергей Морозов подал в отставку с поста главы региона по собственному желанию. Президент Владимир Путин решение одобрил и назначил исполнять обязанности губернатора сенатора Алексея Русских, представителя партии КПРФ, временно до вступления в должность избранного губернатора. Выборы главы региона пройдут 19 сентября. 9 апреля полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил нового в Рио губернатора ульяновскому истеблишменту. Полпред провел двустороннюю и трехстороннюю встречу с бывшим и действующим главой региона и поставил задачи перед Алексеем Русских. В первую очередь это вопросы текущей борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Здесь есть успехи, были и тяжелые времена. Сейчас мы видим устойчивое снижение уровня заболеваемости, но, конечно, нужно обращать внимание и на достаточность коек, медикаментов, на переход к плановому лечению. Реализация национальных проектов, подъем экономики, создание новых рабочих мест входит в число поставленных полпредом задач. В свою очередь Алексей Русских обозначил среди приоритетов своей деятельности цифровизацию, привлечение инвестиций, улучшение системы здравоохранения и образования, благоустройство и справедливую политику тарифообразования. Ульяновская область должна вплотную приблизиться к регионам-лидерам страны. В ближайшие месяцы проеду всю область, посмотрю, что с дорогами, парками, дворцами, дворами, общественным транспортом, бюджетными учреждениями, встречусь с людьми, руководителями. Выводы буду делать, опираясь не на бумажные отчеты, а на свои впечатления, как это делают жители области. Алексей Русских отметил, что его предшественник задал высокую планку работы и обещал оправдать доверие президента. Поблагодарил за проделанную работу Сергея Морозова, также полпред Игорь Комаров. Я понял, что я смогу принести еще больше пользы моей малой родине, если сосредоточу усилия на продвижении интересов развития региона и на федеральном, на международных уровнях. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора. Сергей Морозов сказал, что давно знает Алексея Русских и охарактеризовал его как грамотного управленца и патриота. На новом посту пожелал своему преемнику удачи и быстрее влюбиться в Ульяновскую область, а также обещал оказывать всю необходимую помощь. В свою очередь Игорь Комаров предложил Сергею Морозову стать помощником полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Предложение было принято. Данил Ноздряков, Даниил Сурков, Артем Куранов, Управда ТВ.